Газовая плита, прочь все, кухня, просторный. Строители охотно демонстрируют свою работу. Отделка полностью завершена, можно завозить мебель. На эти цели уже выделено порядка 70 миллионов рублей. В новых домах 161 и двухкомнатных квартир площади по 39 и 55 квадратных метров соответственно. Здесь разместят около 1000 иногородних волонтеров. После того, как мы эти дома буквально недавно ввели в эксплуатацию, будет проведен конкурс для выбора эксплуатирующей компании, потому что эксплуатировать их придется в режиме гостиницы или общежития. Не нужен обслуживающий персонал, охрана. Строительство вели 3 года. Дома для волонтеров положили начало новому жилому кварталу. Чтобы возвести здесь высотки, сюда подвели свет, газ и воду, построили дороги. Даже реанимировали 16-ю котельную. Отапливать дома будут централизованно. После Олимпиады в эти квартиры планируют заселить очередников. К тому времени микрорайон благоустроят. Здесь появятся магазины, начнут возводить и детский сад. Ирина Трусова, телекомпания ФКТ.